Что же, привет, народ, и сегодня мы играем в колду. Я записал уже первую часть, вы там видели уже первую, то есть какую, вторую, третью части. Первая загружаю снова, потому что там звука не было, почему-то я не знаю, почему. Да, вечно такая проблема, что записываешь что-то под ночь, пытаешься что-то сделать, звука нет, еще чего-то нет. Записывать игры — это ад, ребята. И мы пройдем через этот ад вместе. Как видите, я прошу уже несколько миссий. Блин, я на половине миссии. А, черт, ладно, боевое крещение. Будет перед. Так, давай, перезаписывай, конечно же. Вперед! Наслаждаться новой колдой. Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем. Лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Куда идти? Ура! Да, мы знаем, знаем. Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Я должен сказать, что игра выглядит очень хорошо. Посмотрите на эти катсцены. Ну, конечно, боевое крещение. Сеул, Южная Корея. 54-й год. Хм. Далекое-далекое будущее. Это же дальше даже, чем Black Ops. Да, это дальше Black Ops. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни. Это надпись на названии игры, чтобы мы не забыли, во что играем. Как на учебе, Митчелл. Увидимся там. Космонавт, зона слежения под мощным обстрелом. Вас понял. Барсук 01, корректирую вашу трассу. Держись! Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл! Давай, Митчелл, ты можешь! Митчелл, давай! Меняю точку сброса. Вот дерьмо! Приготовились! Ты как, цел? Ну, как видишь, головой кручу влево-вправо, значит, Митчелл. Цел. К двери. Субтитры сделал DimaTorzok.
Вас понял. В стороны смотрите, ребят, я пытался все их настроить в начале, когда только начал играть, все было нормально, потом я поставил настройки текстур там на экстра и потом менял их, и все текстуры какие-то мутные. Хоть я и на максимальные ставил, они были лучше, я не понимаю, в чем дело, и сейчас, блин, 2 часа ночи, поэтому я даже не хочу понимать, плевать уже в чем дело, я просто хочу пройти эту первую миссию и все. Ну вот я выставил так, но все выглядит как-то убого, и было лучше, я не знаю, почему так получилось. Осторожно. Видимо, какие-то глюки игры. Черт. Так. Нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один. Понял, сэр. Так, Уорлей, зачем ты вылез? Есть место для высадки. Свободная солдат, площадка. Вы мне ничего не сделаете. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение коротких. Молодцы, ребята, все спустились. Ты как? КП должен быть впереди. В принципе, все довольно красиво. Очень хороший левел дизайн, я считаю. Очень хороший. Фамилия. Оказываем поддержку подрывнику один. Они уже идут. Думал, что вас всех ухлопали. Где они? Два клика к северу-западу, квадрат 775. Хорошо, выступаем. Барсукной один, внимание, к вам приближается Ройдронов. Вас понял. Всем смотреть в оба. Ройдронов, это плохо, наверное. Слышите, граната. Перерыв. Перерыв. Я ранен. Перерыв. Я больше не ранен. Вот тебе и щиты. Кто-нибудь залезьте на эту турель! Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить эми! Их тут полно! Я их отгоняю, я отгоняю дронов! Не могу прицелиться! Бей по дронам! Я пытаюсь! Заряд эми 50%! Огонь! Группа Барсук, спасибо за помощь! Отличная работа, боец! Митчелл, сюда! Включайте бустеры, чтобы перепрыгнуть через этот грузовик. Ладно. Вот! Проще просто. Двигай! Через отель. И да, ребята, не забудьте про канал Никиты Генрихса. Это канал чувака, который снимает игры новые, старые, всякие. Он офигенно комментирует. Его канал, вы его в огромную, очень секретную кнопку видели в начале видео, это его канал. И в описании его канал тоже присутствует, поэтому канал Никиты Генрихса, обратите внимание, ребята, обратите внимание. Нам враги на дротах! Так,
У меня есть пистолетик, давайте его использовать. Извини. Вот тебе честно, я не знаю. О, боже мой. Как же мне не повезло. На, я хотел ее отбросить, но она так быстро появилась и неожиданно. Вот можно вот так уклоняться шифтом. Получаете? Не добил. Реально не похоже. Это униформа настолько, знаете, похожа. Я даже врагов и друзей отличить с трудом могу. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Ну, ничего сложного. Хорош языком трепать. Пошли. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты «Хавок». Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник 1, это «Барсук 01». Вы там? Прием! Понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Это дроны. И дроны, и люди тут все есть. У нас с собой тогда не было. Чтобы дронов успокоить. Чисто! Через вагон! Через вагон, так через вагон. Не пускаем дым! Кидай сенсорную гранату! Зачем я вас попёр так вперёд? Там целая пати. Да блин! Я же ему врезал, почему он остался жив? Я даже не среагировал. Умел в себе? Нет, так удобно. Мы им уже не поможем. Классный метро, кстати. Митчелл, открывай ворота! Уже. О, нет. Уже нет. Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем в важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас! Уилл, это не твоего отца компания? У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль. Кладем их. Всех положили.
такая же, к сожалению, не все. Мне кажется, или искусственный текст стал поумнее, и у врагов, и наши напарники стали, нет, не стали мне. Мне достижения все дают и дают. Серьезно? Прям в окне? Получай. Я просто сейчас показываю образец профессионального отстрела врагов. По-моему. Подрывник один, мы здесь. Надо двигаться. Где нам еще подрывники были? Здесь никого нет, но надо было удостовериться. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Там пусковая установка Хава. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрывпакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Один наверху. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да. Я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Ничего сложного. Классно, пушка быстро перезаряжается. Скорострельная. С часовым механизмом. Берите их. Уилл, на установке тяжелая броня. Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. Сейчас тут полягу. Мы
Щитка отпустила. Да, чисто, чисто. Давай остановим эту бомбочку сюда. Митчелл, сюда! Заряды! Таймер сломал. Черт! Я сломал руку! Как больно! Ну, тяни! Мне тоже двери руками прищемляли. Черт! Нет, наоборот, двери прищемляли руку. И она не была сломана. Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчелл! Нет времени! Ну давай, прыгай! Порядок. Там увидимся. Там, то есть, в аду. Блин, у меня голова-то на месте, а то, по-моему, мне голову должно было снести. Ну, раз ноги двигаются, значит, на месте. Митчелл! Космонавт, Барсук 2 ранен, эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. И да, руку забыли. Меня удивляет, почему ее не взяли? Ее же в таком состоянии еще можно приделать обратно. По-моему. Можно еще. Ну ладно. Им там виднее. Да, потому что я тут уже что-то прошел. Как видите, у меня здесь уже что-то прокачанное. Так, обнаружение. Гранат. Ну, в общем, спасибо за просмотр, ребят. Это была первая часть, которую в итоге я прошел, как не знаю, потом. Из-за того, что там звук был не в порядке. Блин, ты вечно, знаешь, пытаешься записать, и что-то не так. В любом случае, спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам игра нравится. Будем проходить, ну, естественно, до конца, куда же я денусь. Так что спасибо за просмотр, и можете лайк поставить. И не забудьте про Никиту Генрихса. Проверьте там, посмотрите канал, офигенный канал. Вот вы мне не верите, вы посмотрите сами, чтобы узнать.